когда Бентли против трамвая нищеброд. Дочь олигарха заставит расплатиться за поврежденный дорогой вагон. Судя по кадрам, с места ДТП люди не пострадали, только чудом. Предварительно в аварии виноват водитель Бентли, который пытался развернуться перед движущимся трамваем, но не успел. Внедорожник получил удар в бок. Тут же оперативно поменяли маршруты, и они поехали в сторону метро «Новослободская». Я когда-то жила там на квартире. Так, что-то этот... Вот такой красивый трамвайчик. Вот и заставят оплатить стоимость этого трамвая. У семьи олигарха целый парк машин разных. Вот это Хихинашвили... Глава семейства Теймураз Хихинашвили, президент российской компании Пятеро Девелопмент. Так, а вот это вот дочь олигарха, которая сидела за рулем. Вот, так что ей придется платить. Ну, конечно, с кармана папочки. Вот этого товарища. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.